BMW 650 CS, такой вот бардачок стоит на фальшбаке, открывается с ключика, бензобак находится здесь под сидухой на ремне. Ремень в целом в хорошем состоянии. Задняя резина живая, появляются маленькие микротрещинки, но еще можно кататься. На пыльничках есть небольшие трещины, вилка сухая. Передняя резина тоже еще можно ездить. Передний тормозной диск с минимальным износом. Колодки в идеале поменять. 6 передач. Объект 17800. ЦСКА в достойном состоянии, целенькая вся.